Александра Синякова больше 35 лет своей жизни посвятила аптекарскому делу. Работать она начала в 70-е годы прошлого века, когда в аптеках массово производили лекарства, а весь учет специалисты вели вручную. За препаратами тогда тоже обращались только лично, поэтому к работникам аптек было особое отношение. Ведь в производство лекарств они вкладывали душу, стараясь помочь. Всех мы знали, все знали их и беды, и радости. Все они приходили, и уже мы знали даже семейные все их истории. Уже когда стали закрывать производственный отдел, они приходили, просили им приготовить эту лекарственную форму, потому что человек отдавал свою энергию. Александру Синякову и ее коллег Татьяну Филатову и Веру Гюльметову в Ульяновской государственной аптеке поблагодарили за кропотливый, тяжелый и вредный для здоровья труд. Добросовестно выполняют свою работу и фармацевты, работающие в наши дни. И даже в наше непростое время фармацевтическая отрасль продолжает свое развитие. Разрабатываются новые лекарственные препараты, проводятся различные клинические исследования, используя высокие технологии. И фармспециалисты вносят огромный вклад в здоровье и благополучие общества. Помимо ветеранов труда, профессиональный праздник отмечают и специалисты аптек, а также те, кто создают новые лекарственные препараты и другие работники отрасли. Юлия Адамова, Олег Тоньшин, Улправда ТВ.